Раз уж мы про прогноз заговорили, и у нас время заканчивается, я позволю себе прогноз по поводу реакции на вот эту книжку. Потому что на все журналистские книжки, то есть книжки, которые делают журналисты, очень часто у людей, которые, может быть, не посвящены в процесс, они бывают такие: я это уже читал, это сбой, вот я просто про себя знаю. Ну, это уже сборник каких-то материалов, интервью. Поэтому давайте, Андрей, вы расскажите, что на самом деле эта книжка, ну, написана. Здесь действительно собрано интервью, но переписаны панчи, переписаны какие-то вещи, что это не... Ну, это не интервью вообще, да. Ну, в том смысле, что не я про интервью, это я про какие-то... Потому что вы интервьюер. Свои, да, работы. Что это не сборник статей, что это на самом деле книжка на основе... Ну да, она особым образом организованная. Расскажите, да, как мы закольцуем, да, классически, как вы работали над этой книжкой и что вы действительно над ней работали. Давайте вот мы сразу она вот, особо, вот эти... Действительно, она организована довольно сложно, потому что хотелось как результат представить более-менее цельный образ Владимира Путина на сегодня на основе заметок, которые были напечатаны действительно в газете «Коммерсант». Но по большому счету она не имеет к ним отношения, потому что я в какой-то момент взялся все переписывать. Да, что это аутентичная работа. Да, и в этом смысле это оригинальный продукт. Я просто элементарно, что называется, не смог с собой совладать. Может быть, это говорит о том, что я вырос за это время как журналист, поскольку мне мое же перестало вдруг все нравиться. Да? А может быть, я наоборот сейчас совершенно по-другому все это понимаю, потому что... Вот тогда это было действительно высоко, а сейчас я не в состоянии даже оценить по достоинству то, что писал тогда, да, и поэтому взялся это переписывать. Это уже, знаете, экспериментальным путем выясняется. Ну вот, посмотрим. Но за то, что это абсолютно оригинальный продукт, на который у меня ушло очень много времени, за это я ручаюсь. Благодаря этому мы опоздали немножко, но не совсем с... не то, что даже с первой книжки, которая сейчас вышла, а со второй. Мне хотелось, чтобы вторая книжка вышла вот к 60-летию Владимира Владимировича Путина. То есть уже вот, ну, 7 октября. Да. Но мы не успели с издательством к этому. Мне хотелось, чтобы он про себя всю правду-то прочел в день своего рождения буквально. Уверен, что даже та книжка, которая выходит, она вовсе, как у вас сейчас принято говорить, не крайняя. То есть, ну, это у вас принято. У нас точно не последняя. Я против этого точно. Да, и надеюсь, что это не последняя наша встреча. Спасибо.